Всем-всем, ребята, здравствуйте! У микрофона Феникс, и кто не в курсе, мы продолжаем проходить игру под названием Spec Ops. Ну что, продолжим. Мы уже где-то близко около финиша. Наша задача найти Адамса. Он где-то там впереди. Опа, слышите это? Так, пошли. Что-то кто-то в кого-то... А, это, наверное, Адамс отбивается, черт. Мы всего лишь только с пистолетом. Ах ты, твою мать. Держись, парень. Держись, только Адамс, держись. Сейчас я, мужик. Пошли, 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 пошли. Адамс, держись. Ой, куда я не ту кнопку нажал? Что же я сделал, друзья? Ой. Так, перемахнуть пробел, лечить. Давай, Адамс. Должно помочь. Идти сможешь. Минуту подожди. Главное, не дай меня взять. Я разберусь с 33-ми, не раскисай так. Я, конечно, разберусь, Адамс. Я все понимаю, но... Граната! Нате, ублюдки, жрите. Враг убит! О, пулемет. Это я люблю. Ауч. Нате, сволочь. Как вам понравилось? Фух, так примакнуть. Ой, не то нажал. Отлично, отлично. Какой штурмовик? Где? В натуре штурмовик. Гранат нет. На! Адамс! Есть. Засранец. Похоже, это все. Нужно идти, сможешь? Я в норме. Хорошо. Сначала найдем Лукас, потом Конраду. Мы еще можем спасти этих людей, и я не позволю нам помешать. Класс. Этот план до сих пор отлично работал. Лейтенант, я вас не спрашиваю. Так, о, вот это классная пушка. Так, а здесь что? Ну ладно, это оставим вот с этими пушками, пойдем. Вот это крутая пушка, мы подобрали это с подстволка. Мы будем стрелять из подствольного орудия. Так, где Луга? Адамс, где вас носит? Луга, ты где? Меня прижали, оружия нет, рука сломана. О. Луга, Луга! Луга, черт. Он на севере. Хоть что-то. Идем. Пошли, пошли. Надо спасти Луга, блин. Ему плохо там. В укрытие. Вон он, вон он. Давай. Держись, там Луга. Мы... Не достать. Подойдем ближе. Что? Вот он, бежит. Ладно. Попробуй снять снайпера. Пошел, 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 пошел! Перезарядка, прикройте! Отслеживаю этого ублюдка! Так, чтоб тебе перезарядка. Попробуем под стволку. А ну в следующий раз. Блин, сволочь, надо было. А, у меня же есть вот такая пушка. Ах ты с. Опять под грабли! Они мне не дают стрелять. Да чтоб тебя. Луга, держись, мы близко, мы уже близко.
Пока. Ах ты, зараза. Да откуда, мать твою? Перезаряжаюсь. Ах ты. Ближе надо, ближе. Есть. Красавчик. Так, Адамс, осторожно. Смотри, смотри по периметру. О. Внимание, боец дробовиком! Вон тот мудачок! Он вне укрытия! На, на, на! Перезаряжаю! Прикройте! Так, пока все хорошо. На, сука! Сукин сын! Так. Чё, сюда, наверное, идти? Выдвигаемся! Берегись! Всем в укрытие, кричи! Ещё один готов! Иду наверх! Чёрт возьми! Это всё? Уокер, Адамс, вы ещё где-то тут? Да мы Лука. тут. Лука, Лука, держись Господи. Там! Где ты сейчас? Держись там, мужик, мы идем. Я под обстрелом. Адамс, вперед. Блин, куда я зашел? А, тут гранат есть. Гранат нам пригодятся. Адамс, где? Все, вижу. На. Противник убит. Ты собака. Ах ты, снайпер. Адамс, прикрыть. Перезарядка! Есть, снял снайпера. На! Ублюдок. Ах ты, сука. Ух, твою мать, я по своим стреляю. Готов, ублюдок. Перезарядка, прикройте. На. Ах ты. С оптическим прицелом ничего нету. Так, пошел. Упал. Упал. Проклятый меня сейчас прикончил. Держись, Адамс. Ты можешь перепрятаться? Тут недалеко лагерь беженцев. Подожду там, пока вы освободитесь. Хорошо. Зачистим сектор и вытащим тебя. Луга, мы идем. Как можно быстрее идем к тебе, Луга. Держись только там. Опа. Не уверен, что он выживет. Всего-то руку сломал. Бывало и хуже. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Хочешь что-то сказать, говори сейчас. И продолжим работу. Вся операция — дерьмо. Мы взорвали башню, полную солдат США. Они не оставили нам выбора. Ты не оставил нам выбора. Что с нами случилось, старик? Ничего. Мы просто солдаты. Понятно. Мне показалось. Идем дальше, Адамс. Блин, офигеть. Они уже все поехали просто. Опа. Рассредоточиться! У них штурмовик! Черт! К нам движется противник с ножом! Перезаряжаю! Прикройте! Внимание! Ух ты, собака! Ты посмотри на это, а! Увидимся в аду! На! Прикрой! Перезарядка! Движение! Уокер! Есть, снял! Готов! Упал! Мы бежим! Есть, снял! Пошел. Внимание, приближается буря. Только этого не хватало. Ты
точно. А сейчас давай соберись. Ох, твою мать! Это откуда прилетел-то? Понял. Черт, я ни хрена не вижу сраного. Адам, смотри в оба, я их ни хрена не вижу. Черт, ни черта не вижу. М-ку давайте возьмем, ты пуш, патроны уже кончились. Ах вы суки. Адамс, ты оттуда, я оттуда. Идет, идет. На, сука. На. На. Че, нежданчик, да? И куда прятаться? Фак, откуда? Уже не станет. Это все. Полегчало? Ни капельки. Давай искать Лугу. И то правда. Передай ему, что у нас чисто. Эй, Луго, как слышишь? Адамс! Адамс! О, черт! Луго, что такое? Черт! Нужна помощь! Они уже рядом! Мать их! Черт, как через это пройти? А ну назад! О. Не подходите ко мне! Назад! Назад, мать вашу! Черт, Луга, держись! Луга, ты слышишь? Луга! Фикарда, ремикони! На! Босса! Босса! Белком! Белком! Черт, вы ублюдки! Беги! Черт, беги, беги! Готовься! Твою мать. Что, стреляй по веревке! Всем назад, живо! Они упоясили. Поднимайся. Слышали? Назад, быстро! Я сказал, живо назад! Быстрее, вот! Дыши, Луга! Они не понимают! О боже, дыши! Ну что с ним? Твою мать! Назад, или я стреляю! Все, он умер. Луга! Луга! Молитесь, чтоб он выжил! Отдай их мне! Сэр, позвольте открыть огонь! Мне нужен приказ! Черт! Уокер, просто отдай приказ! Твою мать, что делать-то? Покинуть опасную зону на помощь. Пошел к черту! Суки! Бегите, блядь! Спасал вас, а вы, суки, так вот поступили. Ты все еще хочешь их спасать? Я их не хочу спасать уже. Я думаю, Уокер точно так же думает. Ублюдки, но это уже вообще, друзья, за гранью как бы того, что мы сейчас вообще просто наблюдаем. Все, конечно, понятно на эмоциях, вот но... Выход. Вовремя. Пипец. Слышишь, Конрад, вот что будет дальше. Я убью оставшихся бойцов, потом убью тебя. Сержант Луга мертв. Этого я не прощу. Ты сам да. себя обрек. Этого мы точно не простим. А Луга не просто так умер. Это не просто так, господа. Блин, Луга был среди нас вообще весельчаком, умельцем. На все руки мастер. А эти собаки его просто повесили. Да. Игра просто, блин, ну, сюжет вообще обалденнейший.
Такого я уже как бы, ну даже в современных играх такого почти не показывают нигде. Расчленка, все, все есть в этой игре. Обалденный сюжет. А что, разве похоже? В смерти Луга нашей вины нет. Тоже мне открыл Америку. Кровь Луга на твоих руках, не на моих. Бах. Конрад не жилец, ты это знаешь. Ну а мы что? Я думаю, мы оба знаем ответ. Да и вы тоже не жильцы-то уже, на самом-то деле. Столько людей убить. Ну, и что будем делать? Господа, убить на этом серию мы прерываем. Следующая глава 14, мост. Называется будет следовать в... к башне. То есть мы уже у башни, потом, я думаю, наверх будем как-то там подниматься и убивать этого ублюдка. Так что как-то так, господа. А на этом все. Всем всего. С вами был Феникс. Фу, игра потрясающая, господа. Всем советую. И ждите следующей серии. Пока-пока.